А сейчас мы увидим историю Екатерины Становкиной, которая привезла к нам экзотическое шоу из далекой Колумбии. Как говорят, возможности человека безграничны. Девушка, конечно, произвела впечатление. Конечно, это трюк, так скажем, не для слабонервных. Екатерина, ты сделала что-то невероятное. Твой совершенно новый в нашем регионе, да и в целом в мире не такой мейнстримовый жанр. Ты уже показала очень-очень многое. То, что она делает, это надо увидеть. Это просто пир, торжество человеческого духа. Как они мне сказали в прошлый раз, я надеюсь, что вы сможете нас опять удивить. И я постараюсь это сделать. Самые близкие для меня – это тетя и бабушка в данный момент. У них были слезы на глазах, когда они пересматривали. У меня тетя постоянно сегодня пересмотрит, завтра, послезавтра. И так она пересматривала, и постоянно у нее слезы на глазах. Все говорили, дойдешь до финала, все будет хорошо. Я, наверное, всегда так не верила, как они в меня верят. Я хочу показать Казахстану, что можно работать с волосами, то, что в Казахстане еще такого нету, я хочу внести это сюда. То есть я также преподаю уроки на волосах, но пока что ко мне не идут, то есть все классно, классно, красиво, красиво, но идти не хотят, боятся. Когда идет репетиция, это более как-то спокойно, а когда ты выходишь на сцену, и ты понимаешь, что на тебя смотрят, скажем, в зале тысячи, вокруг еще больше, то это совсем другие эмоции. И охота отдавать себя полностью и выкладываться на 100, на 200%. Есть мечта, которая пройти в полуфинал. И дай бог, если я пройду в финал, следующая мечта будет одержать победу. Да? Так как по ступенькам наверх я хочу идти. Наша веселая, отзывчивая, добрая Катя, поздравляю тебя с участием в этом конкурсе. Желаю дойти до финала. Мы за тебя болеем. Удачи! Екатерина, ты самая креативная девочка с космоса, эксперт своего дела, любящая мама. Мы в тебе уверены. Сияй, наша звезда. Неожиданно. Да, они меня тоже поддерживают. Это как второй дом. То есть я могу прийти туда, рассказать абсолютно обо всем. И они меня поймут, они меня поддержат и дадут совет. Здесь потребуется важная ремарка. Ни в коем случае не повторяйте этого дома. Все трюки, сопряженные с угрозой вашей безопасности, проводятся только под контролем и содействием профессионалов. Страшно? А Екатерине Становкиной нет. Она готова удивлять. Люди света построили в кратере великий город. Они поклонялись треугольнику, ведь он наделял своих хозяев силой управлять временем. Но с помощью силы можно творить и добро, и великое зло. Ты должна любой ценой их остановить. Let's not.
повторить вопрос Серика на прослушиваниях. Вам точно не больно? Нет, мне не больно. Весь зал переживает за вас. Спасибо. У вас уже пытались узнать название шампунем, которым вы пользуетесь, но секрет, наверное, в чем-то другом. Поделитесь, наконец. Мне кажется, это нужно что-то в себе понять, что-то отпустить все, и тогда ты сможешь взлететь вверх. Уважаемое жюри, Серик, как тебе выступление нашей полуфиналистки? В преддверии сегодняшнего выступления я все время, Катя, думал о вас и терялся в догадках, что еще можно сделать на базе вот как бы основной темы хэр-шоу. Сегодня у вас это получилось. Я считаю, что вы не только собственную планку подняли на еще большую высоту, но и вообще этот только зарождающийся, буквально вы пионер, можно сказать, в нашем регионе этого вида шоу-искусства. Ну, сегодня вы просто показали самую настоящую бомбу в виде постановки и в виде опасности того, что вы делали. Я аплодирую вам. No comment. На самом деле, конечно, возможности человека, конечно, безграничны. Ну, Катерина, я думаю, что вы должны проехаться с этой программой по всему миру. Спасибо. Это стоит показать. У меня до сих пор болят волосы, и как может, посоветовала... Попробуем? Нет, нет, я не смогу, потому что на прослушиваниях я попробовала подтянуть себя за кусочек. Боже, это так больно. Мы когда реснички отрываем, это какая боль ужасная. Я смотрю, я успокоиться не могу от боли. И вы более 3 минут находились наверху, делали эти круги. Вау, это вообще было фантастика. Спасибо. Спасибо большое. Выступление шикарное. Огромное спасибо. Удачи. Спасибо.